понимали, что это будет очень сложная серия, потому что Ревда из года в год показывает стабильный результат. Ниже третьего места я даже не помню, чтобы они занимали. Хотели уже как можно быстрее, конечно, закончить серию, понятно. Но понимали, что будет очень сложно с ними играть, упорная борьба. Первая игра показала, что Ревда очень хорошая, сильная команда, вот. Но хорошо, что мы смогли сделать коррективы, внести. И смогли эту серию вытащить. Очень не хотелось возвращаться в Ревду. Оставили все силы уже здесь сегодня. Тяжело эмоционально, физически. Лучше центровой, да? Да. Хорошая ка! Много работы на самом деле проделали. Очень многие ребята спрогрессировали за этот сезон, что немаловажно. И благодаря этой работе, благодаря этому прогрессу, благодаря работе тренерского штаба, мы смогли получить этот результат. Считаю, для нас это очень-очень круто. Где-то нам повезло, что у них некоторые игроки травмировались, тем самым их ослабили ротацию. Отличный сезон. Слава богу, конечно, он закончился, потому что уже все устали. И хорошо, что он закончился на такой мажорной ноте. Ladies and gentlemen, this is a new Boogaloo. Clap your hands and let us know what tempo you prefer, okay? Let's go, clap your hands.